Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, а нас ждет долгий путь в игрушке A Long Way Down. Игра в раннем доступе, а это мой первый дилетантский взгляд на нее. Что это? Карточный RPG в темном мире. Нам нужно будет собрать отряд, конечно же его как следует одеть, экипировать и найти путь из лабиринта, которым управляет злой гений. За каждым выбором будут последствия. Я практически не играл в эту игру, только одним глазком взглянул, так что злому гению, наверное, повезло. Изюминка этой игрушки, наверное, кроется в ее названии — «Долгий путь». Мало того, что это лабиринт, так он еще и не цел, и нам придется из доступных кусков собирать его. В этом, наверное, будет дополнительная сложность и дополнительный интерес. В общем, поиграем, увидим. Начать. Создать. Мабри нам говорит. Сэм. Сэм, ты меня слышишь? Мабри, я тебя слышу. Я тебя слышу. Это значит, что ваша душа еще не достигла своей цели? Моя душа? Мабри, где я? Ну, твое дело прямо... Твое тело прямо передо мной. Я даю тебе похоронный обряд. Духи сказали мне, что нашли тебя слишком серым, чтобы вести дальше. То ли слишком бунтарский, я не уверена. Я мертв? Да. Но сейчас тебя это волнует... Должно волновать меньше всего, наверное. Ранний доступ, наверное, тонкости перевода, конечно, присутствуют. Я собираюсь попытаться провести тебя через лимб. Духи говорили мне, что некоторые заблудшие души становятся самодовольными. Я убедил их украсть кое-какое оружие и принести его вам. Карты. Вы знаете их. Мы использовали такие же. Вы должны быть способны встретиться лицом к лицу с потерянными душами, как это делали мы, когда вы были живы. Но здесь вы будете делать это, глядя им прямо в глаза. Папа Легба присмотрит за мной. Руководство. Руководство. Покиньте подземелье, вот наша и задачка, а вот наш и лабиринт. Да, попробуйте найти какое-нибудь укрытие, это место небезопасно. Кто знает, что случится, если тебя поймает злобная душа. О, я думал, эта мелодия никогда не закончится. Она закончилась. И началась другая. Ну что ж. Конечный поворот. Три желтеньких квадратика. Ноль чего-то. Четыре чего-то. И пустой, наверное, инвентарь. И наш главный герой готовый отправиться в приключение. 250 хпшки инвентарь, я так понимаю. Сэм. Сэм. Союзников у Сэма пока что нет. Здоровье у него в полном порядке. Мощь. Защита. Крит. Критический. Шанс, наверное, да? Переместить. Способность передвигаться, наверное, сейчас активно до конца. До уровня конца. Угу. И у нас есть острая палка. Острая палка Сэма. Она может тыкать. Она может тыкать и наносить урон. Основное заклинание обычное связано с острой палкой. Наносит 10 урон цели. Угу. Что у нас здесь? Сумки позволяют хранить снаряжение, которое вы находите. Будьте осторожны, его размер ограничен. Если вы умрете в подземелье, вы потеряете все его содержимое. Вот как. Вот как. Карты. Поменять заклинание можно только между уровнями или в оружейной. Заклинания связанные... У нас, наверное, будут заклинания, которые будут связаны с нашей броней. И даже... с шлемом, с сапогами, еще с чем-то, с перчатками, возможно, да? Угу. Основное заклинание это тыкать. Тыкание мы это уже узнали, это благодаря нашей палке. Но есть еще и благословение доспехов, увеличивает защиту. Благословение доспехов 2, то есть увеличивает вторая карта. У нас божественное благословение увеличивает атаку для двух поворотов. Что значит двух поворотов? Наверное, в этом... В этом слове кроется другое слово «ход». Может быть. Может быть.
А может быть и нет. Увеличивает атаку цели. Божественное благословение. Второе. Изгнание. Удаляет все благословения цели. Исцеление. Конечно же, исцеление. И осевая нагрузка. Быстро 20 урона, быстро 20 урона, быстро 20 урона, еще быстро 20 урона. И раскание. Удаляет все проклятия цели и восстанавливает 3 очка здоровья заклинателя. Замечательно. Есть какой-то вопрос, который можно нажать? Стоимость. Стоимость карты. А что такое значит восклицательный знак? Это, наверное, стоимости нет. Тип заклинания. Стратегический. Агрессивный. Оборонительный и гибридный. Ну, это, наверное, вот этот центральный, да, фигурка. Редкость карты можно посмотреть здесь, где-то. Элемент заклинания огонь, ветер, гроза даже, земля, вода, мощность. И было бы хорошо, чтобы все такие карты были настолько мощные. И цель карты. Летейщик какой-то, союзник. Ну, летейщик это, наверное, мы сами, да? Летейщик, наверное, это мы сами. Но, в общем, мы готовы, мы разобрались, мы знаем, что нам нужно делать. Нам нужно пройти. Пройти к этой вот, к этой отметке. К этой отметке. А здесь уже видно, нас ждут какие-то летейщики. Или, вот смотри, желтый летающий пузырь с крыльями. И здесь еще один, и здесь еще. Ну, он, наверное, агрессивен, да? Это электрическая реликвия. Электрическая реликвия. Здесь нас ждет арсенал. Здесь нас ждет груда плит. Вот, груда плит. Этими грудами плит мы будем пользоваться. Они нам нужны для того, чтобы восстанавливать вот эти вот пропущенные отрезки. Потому что мы так не доберемся до конца. Ждет нас еще Маркус. Маркус это хороший человек, огромный, сильный. И он нам тоже, наверное, пригодится. Вот, собственно, и все. Можно заканчивать, мы уже все знаем. Покиньте подземелье, задача, миссия. Вот мы и идем. Раз. Два. А, то есть эти ромбики у нас... это ходы, доступные ходы. Ну, давай вот так, я думаю, что без разницы. Сейчас ходит, я так понимаю, враг, да? Очередь дошла до врага. Лучше бы до него, конечно, очередь никогда не доходила, но она дошла. Сейчас мы идем сюда, а здесь нас ждет груда плит. Груда плит. В этой груди 6 плит, которые нам пригодятся. И смотри, есть плиты вот такие, а есть плита немного повернута совсем по-другому. То есть все это зависит и взаимосвязано. Взять, конечно, все. Эти карты могут формировать мир вокруг вас. Будем формировать мир вокруг нас. И, кстати, вот эта карта, которая была не отличная от всех, она почему-то... А, она недоступна, потому что она не может встать сюда. Игрушка нам сразу же и подсказывает. А максимальное количество, которое я могу взять, это, наверное, 8 этих плит, да? Но это понятное дело, потому что плиты, наверное, тяжелые, мы унести их все не можем. Не сможем. Поэтому мы сейчас первую плиту ставим сюда. И наш ход. Наш ход. Карты в руки и в бой. Нас ждет этот электрический монстр. У него-то всего лишь 80 электрическая хпшка. Не сравнится с нами, хпшки 80, никакой мощи, ну шанс крита там совсем небольшой. Боевая карта, давай-ка посмотрим. А, ну это мы практически смотрели. Битва. Вы можете увидеть следующее действие, которое совершит противник, наведя курсор на его карту. Ах, вот как. Угу. Самая левая карта это ваша основная атака. Она связана с вашим оружием. Вы можете использовать его столько раз, сколько захотите за ход, пока не закончатся очки действия. Сколько раз могу долбить просто палкой? Вы можете увидеть следующее действие. Увидеть следующее действие, которое совершит противник, наведя курсор на его карту. Вы можете пожертвовать небольшое количество здоровья, чтобы перемешать свою колоду, если у вас закончились карты, или даже раньше. В противном случае у вас будет только ваша основная атака, чтобы закончить бой. Хорошо. Я сейчас на секунду загляну в настройки, потому что просто вот... Нужно чуть-чуть приглушить, наверное, эту мелодию. Все. Я готов драться. Я готов вступать в драку. Ну что ж, что он хочет, что он приготовил для нас? Твердеющий, он хочет, чтобы мы затвердели. Предложение, он нам предлагает 10 и 15 единиц урона. И увеличивает всем союзникам защиту по +5 в 2 обращается.
Ну вот так. То есть атакуя, это он дает защиту еще своим союзникам, нанося нам урон. Хорошо, у нас есть палка, которую он может тыкать. У нас есть осевая нагрузка, 20 урона. Мы можем благословение доспехов сделать, и мы можем исцелиться, и мы можем... опять же, я думаю, что разумно может быть сделать какой-то доспех, который добавит нам плюс 15, да? На 3 хода защиты и начать атаковать. Минус 20, вот, пожалуйста. Можно еще минус 20. И он наносит нам минус 12. Замечательно. И еще добавляет, как себе, как и писали, все правильно, добавляет себе защиту. Были бы союзники, добавил бы и союзникам. То же самое он сейчас хочет делать. А мы все вот эти вот, смотри, увеличивает. Ну, как бы это все не то, что мне бы хотелось. Но все равно я думаю, что победа за мной. Победа за мной, давай-ка... Увеличим атаку на 25%. Сейчас наше основное оружие может тыкать на 12. Давай натыкаем этого шарика на 12. Минус 12, замечательно. Он нас тоже тыкает, не отстает. Смотри, все это стакается. У него плюс 10 уже к броне. Угу. Жить ему давать нельзя долго, поэтому до свидания. Мы победили. Победа. Ну и как победителю положена награда, благословенная атака, заклинание. В общем, 20 единиц урона наносит и увеличивает атаку на плюс 15. Неплохо, неплохо. Если это еще все стакается, то очень будет полезно. Так, что такое? Что это такое? Вы можете восстановить карты, брошенные потерянными душами, и добавить их в свою колоду на соответствующем алтаре. Соответствующий алтарь... Я так предполагаю, что это находится здесь. У нас еще нужна дополнительная плита. Дополнительная плита. И это у нас боевая колода. Это, наверное, все-таки алтарь, да? Это мы можем взять, да? Вот, да? Пускай будет. Подожди. Нет, вот же она где. Вот же она где. Мы можем что-то убрать, что нам сейчас не надо. А я думаю, что нам не надо... Нам никак не нужен сейчас доспех, мне кажется. Я думаю, что это быстрый проход, который будет совсем для нас безболезнен. Содержимое вашей сумки всегда с вами. Вы можете менять снаряжение, которое используете в определенные моменты вашего путешествия по подземелью. Но если вы умрете, то потеряете все, что имеете. Подумайте хорошенько о том, что вы несете с собой. А это я где-то могу оставить, наверное, да? Умирать я не хочу, умирать мне никак нельзя. Я вижу рядом с собой еще одну душу. Он не кажется враждебным. Попробуйте вступить с ним в переговоры. У вас одна и та же цель. Может быть, вы сможете объединить усилия. Конечно, мы можем. Конечно, мы сможем договориться. Я думаю, у меня еще один ход и дальше ход врага. Да, враг что-то тоже там ходит, старается. Так, секунду. Сейчас я как-то не пойму. А, вот же пролетик, которого не хватает. Конечно, вот. Просто чуть-чуть незаметно, да? Сейчас мы до тебя дойдем, дружище. Эй, ты тоже проиграл? Маркус. Полностью. Забавная одежда, откуда ты? Римская Галия. Аквитания. Звучит смутно знакомо, должно быть в Европе. Ты же что, из Африки? Почти. И все же нам нетрудно понять друг друга. Загробная жизнь принимает форму, удобную для пересекающей ее души. Этот голос, это Летус, бог смерти, неужели я мертв? Да, мы оба мертвы, но голос, который вы слышите, это голос того, кто совершает мои погребальные обряды. Она может говорить с мертвыми, как я когда-то мог. Итак. Исцеляющее летание. Восстанавливает точки 15% цели каждый поворот. Ну, в общем, за каждый ход. За каждый ход исцеляет что-то, да? Шлем Овна. Шлем Овна. К нам пришел Маркус, у которого больше жизни, больше мощи, больше защиты.
У него всего больше. У него всего больше. И палка у него больше. И щит. Жук. Двадцать повреждений союзника. Основной навык. Увеличивает урон атакующих заклинаний этого персонажа на 25. Добавляет одну очку действия в бою вдвое. Уменьшает количество полученного порошка. Ну и бог с ним, с этим порошком. У нас в сумке появился шлем Овна. Мы сейчас его одеть не можем, если, наверное, только не вернемся назад. А вот и ты. Данжен мастер говорит. Это у тебя есть мои карты? Я думал, что только я один могу ими воспользоваться. Вор. Вы заплатите цену за то, что связались с хозяином подземелья. Но это еще мы посмотрим, кто у нас хозяин. В общем, он к нам пришел, да? Этот парень использует мои карты против меня, Мабри. Я думаю, это у него духи их украли. Стань позади меня, африканец. Я всю жизнь сражался с великанами и варварами, и мешок костей меня не испугает. Мешок костей. Карты, меч и в бой. И в бой. Вот так, да, сразу минус 31. Неплохо. Небольшая помощь была бы весьма кстати. Держись подальше и дай мне драться. Благодаря этому Маркусу, да, нашему, у нас теперь есть 4 очка действия. И мы можем очень хорошо здесь развернуться. Что он будет делать? Он будет бить и будет бить по Маркусу. Правильно же, Маркус тебя зовут. Так, что ты можешь делать? Изгнание. Удаляет все, но это не надо. Восстанавливает. Подожди. Вот это все, что ты можешь делать. Где твоя мощь? Где твоя мощь? Нам нужна твоя мощь. Атаку цели. Ну давай, божественная. Подожди. Нет. На Маркуса Сэм. На Маркуса нужно еще перевести. Вот. Тяжелый удар, вот что. Тяжелый удар. Кстати, мы вовремя ему добавили. Изгнание. Ну, изгнание, наверное, не надо, а вот тяжелый удар будет как кстати, да? Замечательно. Тяжелый удар, это будет очень хорошо. И, может быть, знаешь, восстановить хпшечку, почему бы и нет. Минус 18 Маркусу. Ну что ж, мы предложим-то. Будем агрессивными. Есть еще возможность ударить тяжелым ударом, но давай-ка лучше, знаешь что? Вот так вот. 12. У нас осталось одно очко действия. Может Сэм, ты что-нибудь, а? Сэм! А что Сэм? Сэм может тыкнуть только на десяточку, это нам не спасет никак и не закончит бой. Но все равно приятно. Мужикат, как больно бьет. Сэм, закончи. Десяточка. Груда костей повершена. Итак, у нас есть награда. Железный шлем. Оборонительная атака. Наносит урон, равный защите заклинателя. Интересно. И какой-то порошочек. И какой-то... Вейни, Види и Юлии не могли бы сделать ничего лучшего. Сэм, ты нашел немного порошка. Ты можешь обновить свои карты, как я тебе учила. Для этого использую алтарь прямо перед тобой. Нам нужен этот алтарь. Прямо перед нами. Порошок. Он может улучшить карты. Доступно только что. Сейчас осевая нагрузка, что ли? Ладно. Было 20 урона, станет 26. Конечно, улучшить, почему бы и нет. У нас еще есть порошочек. А, нет, у нас нету порошочка. У нас ноль порошочка. Ого. Ты выглядишь так, будто знаешь, что делаешь. Вы священник? Что-то вроде того. Хвала Меркурию, я держусь за тебя, как судья за буфет. Так, это хорошо. В общем, здесь больше ничего нет. Я вижу только плиты. Без этих плит я, наверное, не смогу добраться дальше. Поэтому плиты, иду к ним. Груда плит.
Среди этих плит появляются новые. Эти плиты, наверное, будут блокировать проход, может быть, для врагов. Эти плиты, это не плиты, но это, да, это разрушители стен. Уничтожает все стены на плите. Интересно. Мы, конечно, все забираем, все вместилось у нас, вроде бы как бы все вместилось. Идем дальше. Теоретически, мы же можем просто обойти, да, и сюда прийти. Но игра, наверное, просит нас поэкспериментировать и разрушить эту стену. Вот так. Здесь можно поменять и карты, и вот исцеляющее летание. Ну, Маркус, а почему бы и нет? Давай исцеляющее что-нибудь добавим. А что с картами? Вот этот шлем добавил нам новую возможность восстанавливать точки работоспособности. Так. Что за вопросик? Угу. Про мастерскую. Хорошо. И двигаемся мы дальше. А дальше у нас тупик. То есть надо вернуться назад и, наверное, это разрушить. Вот он, злой. Злой этот гений. Так, ну что ж. Ну, наверное, вот эту плиту мы расположим, почему нет. Он тоже, смотри, у него есть тоже свои плиты, он тоже рисует это подземелье. И, наверное, давая шанс добраться этим электрическим реликвиям ко мне побыстрее. Но сейчас-то уровень самый первый и, наверное, самый простой, поэтому никакой сложности особой нет. И я забираю все плиты, взять все. Взять все, я никогда не был в Африке. Будешь. И я тоже, я родился в Америке. Никогда о них не слышал, должно быть в Азии. Чего? Ладно. У него, смотри, плиты заканчиваются. Они тоже конечны. Груда плит. Подожди, я могу... Я все, конечно, не возьму плиты. Ну, без боя не обойдется. Давай, знаешь что, вернемся назад сюда. Вот сделаем как-нибудь так. Бой неизбежен. Прям первым наносит урон, да? Ну что, мы будем агрессивными. Благословенная атака. Думаю, да. Минус 20. Маркус, что там у тебя? 35. У нас осталось 2 очка, и, возможно, мы вложимся, чтобы... Ну, это... урон от 13 до 27 навряд ли повезет, конечно, но... Ну, возможно. 15. 16. Ничего страшного. Мы заканчиваем. Награды и идем дальше. Это что мы получили? Отдохните и восстановите силы у теплого костра. Некогда отдыхать, нам некогда отдыхать, нам нужно двигаться вперед, потому что этот злой гений не дремлет. Мы можем, в принципе, но это, знаешь, что такое? Он там что-то ставит, но совсем не туда, куда бы надо. Не туда, куда бы хотел вот эта вот реликвия. Успех, награду мы получили, магический скипетр. Смотри-ка, и хпшка, и мощь, и 15% какой-то ветер. Может быть, у тебя и припрятаны кое-какие изящные заклинания, но что ты такое без своего легионера? Африканец! У нас забрали нашего европейца. Сэм, все еще там?
Хорошо. Я думаю, что ты более или менее одинок. Вы должны медитировать вместе со мной. Пересмотреть свою жизнь. Вот почему ты здесь. Вы родились от черной матери и неизвестного отца. Господи. Слушайте песни работников сахарного тростника. Вы были смешной расой. Смешанной, наверное. Смешанной, не наверное, а точно. Среди черных, жаждущих мести, ты был самым белым. Тебе не повезло, наверное. Если страдания формируют людей, то вы были самым совершенным из всех. Идеальная благодатная почва для жизни, полный конфликтов. Комната Дамбалы. Дамбалы. Ты в порядке? Небольшой. Небольшой порядке. Потратьте время, чтобы подготовиться, прежде чем продолжить. Я советую. Чтобы углубиться в лимб, ступите на зеленую плиту. Странный остров. Странный остров. Этот маленький остров-центр, вы оказались здесь каждый раз, прежде чем отправиться в новое подземелье. Встав на зеленую плиту, вы переместитесь на новый уровень. Перед этим убедитесь, что сделали все необходимое. В инвентаре вы найдете все, что вам нужно для подготовки. Можно тут собрать новую колоду, экипировать другие предметы, улучшить заклинания и снаряжение. Используйте брешь, чтобы вернуться в уже завершенные уровни. Ну, брешь нам не нужна, наверное, а вот это, наверное, необходимо. Потому что эту палку я все-таки возьму. Палку я возьму. Но дело в том, что... Нет, возьму. Тыкать я... У меня будет удар, я так понимаю. У меня будет удар, и это будет хорошо. Наносит 14-28 урона цели. А здесь 12. Конечно, я буду совершенен. Я могу еще... взять другие карты какие-то, да, но... Я, наверное, не стану этого делать. И улучшать не стану, потому что нечем улучшать. Я просто отправлюсь в эту зеленую зону. И в комнату дам баллы. Вот так, вот это Дамбала. Убейте монстра мини-парус. Я вижу впереди что-то, что преграждает вам путь. Вам придется победить эту заблудшую душу, чтобы продолжить путь. О, ну вот он, наверное, настоящий лабиринт из этих всяких кусочков. Какие-то порталы, перемещения, чего тут. Ну, главная цель — это этот босс. Но есть еще и не главные цели, саркофаги какие-то. Убейте монстра, не активировать костер. И тут же активировать костер. Убейте 5 монстров. Что мне делать, убить или не убить? Убить или не убить? Сундук. Получите одну из нескольких наград. И как мы пойдем? Может быть, по сундукам? Прыг-прыг-прыг. Можно, наверное, коротким путем. Я могу взорвать что-то, да? Я могу это взорвать. Здесь что-то сюда перейти, что-то построить. Сюда прийти и, в принципе, быстренько добраться. Может, ну его, да? Ну его, вот эти вот сундуки. Интересно было бы, но все-таки я хочу встретиться побыстрее с монстром, который достаточно жив. Живехинек, 200 порталы. Покиньте этот район, не потеряв содержимое рюкзака. Так, ладно, давайте я как-нибудь коротким путем проделаю этот путь. Все-таки это... Надеюсь, что коротким. Хотя тут плиты. Ладно. Пойдем, наверное, к этим плитам. Вот как мы пойдем. Поэтому ставлю сейчас это сюда. Злой гений, что он будет делать? Он разрушает. Ах ты негодник. Ах ты негодник. Это что такое? Совершите еще одно действие в течение вашего хода. Замечательно. Замечательно. Так, подожди. Вот этим действием я перекрою себе путь. Мне нужна здесь, допустим... А почему бы эту... Что, нельзя, что ли? А, я могу вот так вот, да? Ладно. Давай так. А мне нужно будет еще и подраться. Один на один, да? Один на один. Ну ничего, ничего страшного. Ничего страшного, я думаю, что мы как-нибудь это все переживем. Единственное, что надо, может быть, благословить мои доспехи хиленькие и начать атаковать. Новый посох. Уф, какой хороший в руке. Как кобра просто. Атакует и бьет. Ну, пол хпшки у врага нету. Тридцаточка, ты чего, одурел, что ли? Ты чего, одурел? Нам нужно как-то... Нет, ну это сильно много.
А вот так, я думаю, что будет достаточно. Здоровье, наверное, тоже надо будет добавлять-то. Давай так. Ну, тресни как следует, а. 32. Нехило. Нехило. Ничего у нас нет, да? Ну, здоровье нужно восстанавливать. Подожди, но это же... Заход восстановит, да? Благословение доспехов. Так, 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 так. Мне нужно подумать о своем здоровье. А как мне, например, выбрать то, что мне нужно? Груда плит. Что, взять все? Так, секунду. У меня сейчас, получается, находится... Куча плит, да? 30 различных плит. Ну, так я... У меня все хорошо, попробую. Давай, например, вот так. Я не узнаю этих надписей на стенах. Другие души уже придали форму этому месту. Разве она не должна была измениться, когда я появился? Это не так уж и важен. Какой-то делок. Наверное, все-таки важно пройти это все. В сундуках там сокровища, это очень хорошо. Сокровища, это очень хорошо. Что такое? Ты будешь идти? Так, он что-то там придумывает, химичит. Что-то там придумывает. Но мы идем к своей цели. Мы идем к своей цели. Допустим, так. Ну, здесь, наверное, так. Так, ну, сражения нам не избежать. Поэтому мы сейчас... Этим, наверное, и займемся. А где мой партнер? Мне партнер нужен. Знаешь что? Давай-ка хпшку восстанавливать. Огневую нагрузку. 27. 29, гад. Сволочь. А что я получаю, когда... Если вы решите перебросить свой колоду, потеряете... А нет, 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 ни в коем случае. Какой переброс колоды? Вот. 22. 16. Готово. Оксидантная атака. О, это хорошая атака. Оксидантная. Оксидантная атака. Так, что-то там расставляют. Что-то там расставляют. Угу. Я пришел ради оксидантной атаки. Мне бы что-нибудь... Кто его знает? Может, это понадобится. Может, это понадобится. Так, возьмем это. Может, все-таки... Ладно. Я надеюсь, что ничего страшного не случится. Ничего страшного не должно случиться. Навряд ли я выполню, но у меня нет такой цели. Моя цель просто ознакомительная. Все-таки ранний доступ, и я думаю, что в игру будет интересно играть, когда она уже будет полна, цела и собрана. Ну, сокровища прям интересно посмотреть. Я не понимаю, он что, лег в саркофаг, что ли? Может, за плитами сходить, а? О, тут начинает настраивать.
Ладно, мы сейчас сразимся с одним из монстров. Я надеюсь, это мне не грозит какими-то большими проблемами. Что ты строишь, а? Он напал на меня первый. Собака, ты что делаешь? Блин. Подожди, надо пробовать вот это. Надо пробовать вот это. Ладно, атака. Плюс 45. Слушай, ну как-то я не очень себя чувствую. Не очень. Давай вот так. И урончика себе добавим. 34. Собака. Больно бьет. Больно бьет. Нет, ну я его просто добью, тогда и все. Проблем-то нет, наверное. Никаких. Ну, хпшка моя. Моя хпшка пострадала. Плиты. Забираем все. Забираем все. Эх, жалко. Ну, черт, мне так хотелось бы посмотреть. Ну, ладно. Мини-парус. Мини-парус, я иду к тебе. Я думаю, что я дойду к тебе. Так, давай топай сюда. О. О, вот это... Не активировать костер. Это одна из цель заданий, не активировать костер. А я вступил прям в костер, получается, да? Ну ладно, ну хотя бы я не проиграл полностью, правильно же? Ух ты какой, рогатый и шерстяной, и бородатый, и хвостатый. И, наверное, защиты в тебе много. Это плохо. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Всего лишь. Всего лишь. Я представляю, какой у него огромный урон. Он наносит звездопад. Звездопад 58-63. Он просто меня сейчас и затрет. Да. У меня нарисовались некие проблемки. Что мне нужно делать? Так это мне нужно сейчас, наверное, как-то уйти в защиту. Как-то себя исцелить, наверное. Ну и про урон. Может, про урон забыть, а? Давай про урон забуду. Набафаю себя как следует. 45. Как следует не получится, но все же. Так.
Так. Он будет бить меня. Он будет меня бить постоянно. Эх, моего партнера не хватает. Может быть, надо было идти за сундуками, наверное. Боже, 227. Я его не знаю, когда его додолблю-то. Ну, о здоровье нужно думать, потому что я не знаю, о чем еще думать могу, как не о здоровье. 172. Ну, это надо бить. Огневая нагрузка. Это надо бить. Мне нужна все-таки защита. Быстро. У меня все сейчас на урон пойдет, да? Но этот урон будет не такой уж и большой. 91. Но все же. 46. Блин, у меня карты закончились. Вот в чем проблемка. У меня карты закончились. А перебросить это 90 этих самых хпшки потерять. А что? Давай вот попробуем. Значит, потом все раздастся, да, я так понимаю? Блин, подожди. У меня проблемки. Мне нужно пересдать карты. Я, конечно, могу бить, но это же... Блин, тогда что? Я теряю здоровье? Девятнадцать. 29. Может быть, и не надо было это делать, я бы его так добил. Ладно. 34. Повезло, что я вообще жив остался, потому что он сейчас умрет в любом случае. Он обречен. Мощный урон будет ему нанесен, и он будет повержен. Ну, я просто не знал, что это не в этот ход, а в следующий. Ну, ладно. Что там говорить? Главное, успех. Убейте монстра. Награда нам получена. Сабля для землетрясения. Добавляет и рецепт для щитом. Теперь вы можете объединить немного порошка и несколько заклинаний, чтобы получить щитом. Next level. Комната Дамбалы 2. Ладно, давай, знаешь, я сюда зайду все-таки. Ну, сабля, она мне не нужна, наверное. Это не мое. Сабля — это не мое. Вот здесь, конечно, поулучшать. Вот это прям мне нравится, но порошка не хватает, да? Переработать. А, можно переработать даже. Ну, есть полезные. Давай. Продолжить. Замечательно. Можно перерабатывать все. Ладно, ничего не буду перерабатывать. Я просто посмотрю, что там впереди. Что за комната Дамбалы 2? Убейте монстров 6, да? Это место наполнено потерянными душами. Вы должны расчистить дорогу. Так, это хорошо, что я должен расчистить дорогу, но я так понимаю, что мне не надо спешить. Мне нужно убить монстра, мне добраться до Брамборной Састу и доберитесь до острова Большой Груди...
до острова Большой Груди. Ничего себе. Какой остров есть? В честь чего он, интересно, был назван? Мраморная статуя. Все это интересно, все это интересно. И интересно заглянуть в эти сундуки, но я этого делать не буду. А на этом я в моменте закончу. Скажу спасибо, что вы смотрели. И пока-пока. До новых встреч. До новых встреч. Нет, наверное, нужно, чтобы что-то было бы сказать об игрушке. Но пока ничего не хочется говорить. Ничего не хочется говорить. Наверное, когда уже что-то будет сделано, тогда можно что-то и сказать. Понятно, что неточности перевода. Понятно, что что-то нужно как-то с этой музыкой надоедающей делать. Ну, может быть, еще с чем-то, я уж не знаю. Ну, наверное, на этом закончу. Скажу спасибо, что смотрели, и пока-пока. До новых встреч.